Расходы эмальцев за ЖКХ одни из самых высоких в стране. РИА Новости сделали расчет по показателям 2021 года. Выяснилось, что среднестатистическая ямальская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги 8,2% от совокупных потребительских расходов. Это 8 810 рублей. Москвичам ЖКУ обходится в 10 300, а жителям Камчатки в 9 900 рублей. Правительство Ямала организовало для 200 детей из Волновахи отдых на побережье Черного моря. Ребят от 7 до 17 лет примет база «Эллада», принадлежащая Пуровскому району. Здесь специально для них до 25 сентября сделали тематическую смену с экскурсиями и оздоровительными процедурами по профилактике заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Отмечу, эта смена станет третьей в «Элладе», в которой полноценно отдыхают дети из Донецкой Народной Республики при поддержке ЯНАО. Кабмин России обязал чиновников ввести официальные аккаунты в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Касается это государственных органов власти и местного самоуправления, подведомственных организаций и судов. Отмечу, ямальцы активно используют местные каналы взаимодействия с должностными лицами для решения разных вопросов. Официальные аккаунты есть у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и у всех глав администраций муниципалитетов. Ведут их и различные департаменты. База отдыха «Харбейская» должна открыться в 2023 году. Она является частью большого туристического кластера ЯНАО на Полярном Урале. Как сообщил губернатор Ямала на Восточном экономическом форуме, в номерах гостиничного комплекса смогут разместиться 70 гостей. Здесь будет организован прокат различной техники для туристов.